Вот интересно сегодня. Это 4:40. У нас сегодня 3 ноября 2017 года. Ну, я встаю на час раньше, мы стоим 4:40, а я где-то в 3:40. Для интернета. Там надо ответы дать, и то другое. А потом переключил на наружку. И вот такое идет. Ну, думаю, надо же. Никита собирался сегодня там саманить. Глину подвезли. Бобровую нору забить. А тут снег. Снег-то, ну, видно какой. Ну, посмотри. Вот я сейчас буду по одной увеличивать. И видно, что это именно на всех. Ну, вот начну даже с улицы. Это здесь другая мышка. Это другая. Вот она. Вот она. Это на улице идет. Но ясно, что снег. Снег и очень сильный идет. Но я думаю, сейчас, как только встанут наши, ну, я и скажу. Вот сижу дома, а знаю, что есть. Ладно, теперь смотрю, здесь другое. Я не вижу, где это. Вот оно где. Вот это увеличиваю. Тоже это перед окнами здесь идет. То есть ветер очень сильный, и летят снежинки. Ну и, ну, да и пора уже. Так, да, туман третий сильный. Смотрю. Тут ветер в этом направлении. Это как раз на улице. Вот так вот ветер вон откуда. Я даже знаю, откуда ветер идет. Вот он как снег-то как валом валит. Так, да, думаю, дай-ка, здесь что-то потише идет. Почему здесь? Ага, это затишье тут. Надо будет палочка тут провести, там паутинку натянул. Это лестница, вот видать. Ну, снег идет. Я говорю, Валя, ты там вылей воду на улице-то, в тазике. Потому что теперь они, голуби, будут есть снег. Вот еще одну открою. Вот. А это очень высоко установлено, но видно. Темнота на улице, освещения нет, это сами приборы освещают. И главное, что это фиксируется, записывается. И... Ну, вот так думаю, надо же. Сижу дома и знаю погоду. Все, вот я думаю, я утром наблюдаю, как выходит тут Надежда Васильевна. Так, это у меня... Нет, нет, нет. Вот она где. Ничего не видать-то. На крыльце, я думаю, боюсь так. Знакомая Надежда Польгуева упала там на крыльце. Я говорю, в двух местах руку сломала. Ну и, ну, ничего особенного-то в этом нету. Сижу, занимаюсь и все. Володя пошел на улицу, дал наказ из тазика, где под лестницей стоит вода голубям, вылей. Он заходит, я говорю, ну еще здорово. Здорово идет там. Он говорит, а вообще нету. Вот, давай-ка, иди, сходи на улицу, покажи, как так нету. А нету, говорит, вообще снега нету. А что это такое, как это так? То есть я на 100% ошибся. Ну, явно видно, что снег идет. И снега нету. Оказывается, тут что-то. Ты сможешь там снять? Ты вверх покажи вот это вот, которое идет. И там что-то, может быть, будет даже заметно. А что это такое? Туман. Туман — это не просто пасмурно. Так, держи. Я не пойду на улицу, ты сходи. Дверь нашу сходи. Там, и с этой стороны, где надписи на стене. Какая тут надпись? Света-то нету. Темновато. Ну там вот соседний дом. У них горит над крыльцом. Лампочки так видно немножко. Ну вот. Если бы снег был бы, сейчас бы тут все белое, светлое было. Так ничего нету. Надпись не видно, конечно. Вон там такое видно, что он под фонарем эти частицы мелькают небольшого тумана. Вот так вот.
Ну еще. Что, нету ничего? Еще нету. Вот удивительно-то. Никогда такого не видел. Значит, прибор фиксирует эти частички, которые... Ну, а ветер-то хоть есть? Нету. Ветра нету. Не знаю. Воланда того вспомнит, говорит, и Бога нет, и дьявола нету. Ну, как так? Вот я снова подхожу, вот он вернулся с улицы. Ну, что не видно-то? Тут люди... Ну, явно видно, что... И идет по всем параметрам. Да какая пурга. У нас в Сибири это называется падера. Какая падера-то? Вот что значит. На приборы надеяться, это, мне кажется, не совсем. Вот это вот. Ну. Так, посмотрел, сейчас оделся под это, а ничего и нету. Ну, ладно. Благослови, Господи. Хорошая погода, Никита успеет засаманить там бобровую нору. Он об этом написал вчера, сегодня в событиях отображу. Нет, это то, что осталось. Сегодня у нас 3 ноября 2017 года. Это утро у нас. Время 8 час, начало 8. Вот, и вот стоит туман на улице. Вон видно даже по фонарю, что в тумане все. И вот здесь у нас стоит видеонаблюдение наружное. Вот хотел показать, как он. Который вот у нас на крыльцо выходит. Вот он светится. Главное, интересно, для видеокамеры он светится синим. Видно какое-то синее свечение. А мы смотрим глазами красное. Это у нас на крыльцо выходит. Вот крыльцо. Это вот дом. И вот здесь тоже стоит, который смотрит в сторону ограды. Тоже видеокамера. Вот она. Красным светится. А тут почему-то каким-то синим. Интересно даже. Но частиц не видно тут тумана. Только вон там на фонаре видно. Вот так вот. Сейчас попробую заснять, где столб. Может, там что-то видно будет. Эти частицы. Вот, да, вот видно их. Ага, вот тут хорошо светит, ярко. Хорошо видно. Вот он. На улице ветра-то не чувствуется. Ни одна веточка не колышется. А вот там видно, как этот туман. Капельки это влажности. То есть этот свет, этот красный, на нем не видно. Вот, ну, в таком обычном свете видно уже. Это глазок уже здесь вот на ворота выходит. Вот у нас тут закрыто. Вот он у нас, задвижка эта. Он тоже, фонарь светится возле дерева. Там тоже видно это, туман этот. Ну вот так вот. А вот еще один у нас глазок, который виденется, вход в храм. Сейчас темновато, конечно, плохо видно, но... а глазок видно, вот он светится.
это на березе у нас установлено. Сегодня обещается дождь. Ну тут как Бог даст. И Господь даст дождь. Будет дождь. Вот и фиолетовый цвет высвечивается. В сенях вот уголь, тут все у нас, все что нужно. Вот рыжая сидит, а рыжка, ну он бусой ходит. Ну, просмотрел я. Ну. Там перед нашими видеокамерой там ничего не видно. А вот на столбе там видно, как эти частицы летят. А я вот тут озаглавливаю это. Вот за раз не перетягивается. Вот это вот, чтобы на заголовок сделать, вот события дня. За три раза только. Почему? Вот кто-то же это сделал. Вот. Вот здесь я сделал, сейчас перенес, значит, на завтра будет 91 и будет 03 за сегодняшний день, отчет завтра. Вот теперь все. Теперь это закрываю. Посмотри, как делается. Закрываю. Это не все, а вот это первое, которое по улице было. И теперь я гляжу. События дня. 690 за неделю. 690, 89, 88, 87, 86. Все сходится. Нигде ошибки не было сделано. Сейчас с этого я сниму. И что такое? А это я сюда перенес. Девочка одна. Девочка получила медаль за спасение. В воду упал ребенок. Плохо видно. Я его скопировал себе, принес. Вот теперь она у меня здесь есть, вот она. Шестиклассница Иркутской школы Валентина Усоева награждена медалью МЧС за спасение малыша. Веселенькая. Может быть, туркменка какая-то, что-то такое в ней есть. Видно, что и грамота какая в рамочке. Это вообще девочки. Вот теперь ее видно. Ну, так похоже, что-то в ней там восточное. Научись спасать жизнь, видимо, заголовок. МЧС, которая, видишь, что все. А я тут вчера календарь специально снял, узнать, когда мы будем отмечать. Вот она, 13-го была литургия, первая, это, сказать, обмоление, в декабре, это за 17-й год. Вот, 14-го, сейчас еще увеличу, 14 декабря 97-го литургия была, ну, 15-го. И 16-го суббота, теперь первое воскресенье, то есть 17-го, не забудь. Объявим, чтобы готовились отметить этот день о милости Божией, что нам Господь дал. Мне надо этот материал будет достать. Статья, когда напечатана была, мы с мэром города сфотографированы. Это большая газета «Алтайская правда», центральная. Она у меня здесь лежит где-то в архиве. Видишь, как вот. Вот с утра я начал. И все еще не закончилось. Сейчас это надо скачать. Это только утром. И, ну, правда, завтрак тут был. Сейчас уже у нас 8 часов почти. А я начал в 3:30, что ли. Полчетвертого почти. Полчетвертого. И вот все еще тут сижу. Своей работы никакой нет. А вот катехизис, который основа катехизиса. Вчера я крутил его и наконец сумел снять. Как-то сделали, и они сказали, не разрешается печатать, видимо, до времени нельзя. Вот номера какие, что за этим, христианская этика там, ну, заголовки, предисловие, вот она где, я не знаю, что они тут, я ну-ка посмотрю, евреям, главное, я
не знаю, думаю, правильно или нет. И эту точку не поставили, надо ставить точку. А православные всегда тут точку запятой или запятой, надо двоеточие. Тут сделали как есть, то есть ушли. Я писал это митрополиту и старообрядческому, все соглашаются. А вот точку-то не ставят. То есть видно, сектанты всегда поставят, то есть они имеют уважительное отношение. Вот оно что. Вот я вчера его скопировал. И вот оно и есть. 664. Ну, это на этой 664. Да. Но это тут есть. Посчитал, где, и то я столько замечаний уже сделал бы. Но главное, первого заканчивается прием замечания. А меня попросили один тут на второго на один день. Вот вчера закончилось. Разработан. И дальше хочу увидеть, где-то тут они пишут. Католическая церковь на соборе. Все. И, дескать, никому не надо перепечатывать, ни полностью, ни частично. Ну, не дома. Дома-то что? Пространных атекизис Филарета. Еще они решили тут добавлять. И никто, по Слову Божию, не будет проверять. Проверять надо, по Библии это или не было. Вот. Это документ составлен сейчас. Первая вера. Вера как доверие. Как доверие. Заголовок какой. Так, вера как доверие. Тут, наверное, точка надо вот так. Присущая вера в широком смысле слова вера как доверие. Такая вера сопровождает человека повсюду, без нее невозможно представить. Это, объяснение-то хорошее. Ну и позднее, в годы взросления, тоже вера. А тут будут они говорить или нет? Параграф 2. Тут бытие. И бытие точку не ставят. Точку надо, и надо вплотную, чтобы было. Вот так вот. Вот я показываю сейчас. Да мало того, можно это было бы и курсивом сделать. Ну, они не знают, православные. Вот оно, как надо видеть. Главное, сколько лет прошло, и разбить на главы. Библию разбил. Католик. На стихи. Католик. Католики разбили. Православные нет. Они не участвуют. Вот сейчас поисковик библейский. Кто? Ну, какой-то там сектант. Тимофей Ха. И включил собор, и такой умница. И главное... Пользуются, и никому дела нет. А мне когда дали его, я книги же составлял, много выдержек. У меня в книгах примерно, я так посчитал, 90 с лишним тысяч, с лишним. 90 с лишним тысяч ссылок у меня. В 30, там не 90, это 3, 9, 90, 100, 100 с лишним ссылок. Ссылок, это места писания, не только от Рима, а именно давал. Невидимая вечная сила его. А, вот они пишут даже. Через засматривание творение видимо. Надо сначала, видишь, они как. Ну, стих, это хорошо. Я делаю так вот. Делаю курсивом жирным, а потом делаю красным, резко выделяется. Никаких скобок. Оставлю вот так вот. Тире. И дальше просто римлян. Ну, это я могу даже один раз убрать, показать. Вот так. И здесь от римлянам ставить надо точку и вплотную. Вот сколько. Ну, просто так. И здесь. И главное, везде всегда точка. И они сами ставили. А тут, я не знаю почему, что через глава от стиха двоеточие для православных это трудно. И тут они сделали. Да, брат. Я думаю, что добрый. Вот это, если бы я начал смотреть, ну, ролик, ну, не соответствие короткий. Слову Божию, думаю... Ну, было бы больше. Я указал только 3 или 4, так просто пробежал. Но я этим займусь, катехизисом. И, может быть, даже и мы пошлю. С Богом. Вот так. Часть, глава. 5. Вот даже вот Ездра. Надо указывать, какой Ездра. Что первое Ездра. Первое. Их 3 книги. Деяния. 8, 32. Ну, вот так вот. Все, пока. Сейчас посмотрим.